Всем привет, с вами Балканский Бомж, и сегодня я только проснулся, сегодня у нас ролик про что? Правильно, про Плаю дель Кармен. Собственно, мы... или Кармен? Нет. Кармен, по-моему. Кармен? Насколько я говорю, Кармен, Плаю дель Кармен. А там Ударение стоит разве? Нет, но оно... Кармен? Как-то все говорят Кармен. Не знаю, в общем, ролик про город, который называется Плая, в 50 километрах от Канкуна, и мы сюда приехали... вчера. Да, я надеюсь, вам понравился вчерашний ролик. Он был немножко сумбурный, но что поделать. У меня был красный глаз, у меня была со мной Катя, из-за которой я несколько переживал. И, соответственно, вот это вот все. Да, постараюсь сделать сегодняшний ролик несколько лучше. А уж получится ли это у меня, не знаю, не знаю. Да, снова меня спрашивали про встречу с подписчиками в Канкуне. К сожалению, этого, наверное, не удастся в этот раз сделать. Простите меня, пожалуйста. В следующий раз будет у нас встреча с подписчиками. У меня еще здесь есть несколько дней. Получается, мы вот только прилетели, только заселились. С заселением у нас были проблемы. Какие проблемы? Сегодня я вам как раз расскажу. Сидя на балкончике. У нас тут балкончик, да, представляете, в отеле. Круто. Лайк. Вот, мы потому что забронировали один отель, но там с ним не вышло. Хотя, что я рассказываю? Блин, мы только встали, 11 часов дня, надо идти купаться. Мы домой еще даже вчера не сходили, были вчера никакие с рюкзаками. Все, мы пошли купаться, а вам доброе утро. Не знаю, приятного завтрака. Ты что, голодный? Почему? Ну да, 11 часов дня маленько. Да. Что ж, выходим из комнаты, посмотрим, как изнутри выглядит отель. Ну, пока такой неприметный коридорчик. Поворачиваем. Здесь уже симпатичнее. Здесь почему-то лежат полотенчики. Ага, там убираются. Такие дела. Вкусный десерт. А подожди, я же твое не видел. Вау, это ж... Передавай привет Черногории. Привет Черногории. У нас лето. Так, тут, кажется, что-то интересное продается. Смотрите. Игрушка, которую можно сжимать. $7 такая. Кому-то нужна? И посмотрите, здесь в Плае есть корейский уголок. Соджу, лапша корейская и много разной корейской лапши. Ну, не то, что сильно много, но чуть-чуть есть разной. И даже соджу. Соджу стоит $5+. Дороговато, конечно, но лапша стоит почти $3 такая и $2.5 вот такая, если песами платить. Покажу вам номер, в котором мы остановились. Ну, не обращайте внимания, тут у нас немножко вещей накидано. Такая вот кроватка. Это нам ее убрали, пока мы ходили купаться. Там за окном балкончик, поэтому она такая сильно-сильно яркая. И такая вот стеклянная дверь, и я отражаюсь. Да, естественно, кондиционер, стеклянная дверь в душ. Вот я это проглядел. Напишите в комменты, кому это нравится. Потому что, знаете, меня это немножко смущает. Сейчас я зайду в душ и покажу вам, почему это меня смущает. Пойдем смотреть душ. Мусорка такая, полотенчики лежат свернутые. Такой, типа, очень красивый умывальник, но у него есть одна проблема. Сейчас покажу. Ha ha ha!
Ну, вы поняли, да? Теперь тут все мокрое. Вася молодец. Туалет, туалетная бумага, конечно же, душ. Видите, в чем проблема? Что вот эта дверь, она стеклянная тоже. То есть, когда человек лежит на кровати, если здесь кто-то около туалета, то ноги видны. И это немножко не камильфо, на мой взгляд. Ну, вентилятор, конечно. А так, душик, дождичек, симпатично, красиво. Все, в принципе, хорошо. Можно тут вот присесть. Вы тоже видите, такая проблемка. Ну, бэм. Хорошо есть этот. Ой. Ну, такое. Ну, в принципе, дешевый отель. Чего ожидать? В принципе, отель за свою цену неплохой. Если вы готовы к вот этому вот всему. И шикарный большой балкон с креслицем. А с балкона такой вот вид, который не видно, потому что ночь. Как вам плиточка на балконе? Хорошенькая? Мне тоже нравится. Пришли в то же самое место, где мы завтракали, есть пиццу. Дают 2 за 350 песо. Вроде недорого. Выглядит классно. Сейчас попробуем.